Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про ситуацію навколо Афганістану та прихід до влади талібів. У нас в гостях політичний оглядач Юрій Райхель. Райхель – політичний оглядач. Освіта – Національний технічний університет Дніпровська політехніка, інженер-електрик. Протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань. Одружений, має онуків. Хобі – література. Юрію Борисовичу, я радий вітати вас в нашій студії. Здравствуйте. Власне, для того, щоб розібратися, що зараз відбувається в Афганістані та навколо нього, з моєї точки зору, слід почати нашу розмову все-таки з історії. От наскільки давньою взагалі є ця середньоазійська держава і наскільки давньою є ця цивілізація? От як вона складалася? С точки зрения давности, то части территории Афганистана входили в состав разных центральноазиатских и других империй. И через эти земли прошли очень многие завоеватели. И монголы, и Тимур, и очень-очень многие другие. Начиная, наверное, с Александра Македонского. Наверное. Да, частично. Частично он прошел по южной части Афганистана, на пути в Индию. Ну, не современную Индию, а то, что сейчас называется... Ну, это разумело. То, что мы имеем сейчас, и 2000 лет в том, это разные вещи. В данном случае это пока территория Пакистана. Ну, и в этом смысле нужно иметь в виду, что как нация Афганистан не сложился. Несмотря на древность этой территории, и население, которое там было, в этническом смысле и в политическом смысле. Это многонациональное государство, которое сложилось под влиянием так называемой «большой игры» между Российской и Британской империей во второй половине XIX века и немного в начале XX века. Потому что для России это была экспансия в Центральную Азию и попытка выхода к теплым морям. Для Британии это была необходимость ограничить экспансию России и в первую очередь защитить свою главную драгоценность в британской короне – это Индию. Весь Индостанский полуостров. И поэтому вот так сложился Афганистан. Англичане дважды в XIX веке и один раз в XX веке воевали за Афганистан. Ну, Советский Союз известно, чем это закончилось. У англичан два раза не получилось. А третий раз эта война закончилась в ничью. Это был 1918-1919 год. И это сложившееся государство, многонациональное. 40% его населения, в основном в центральной и южной части, это пуштуны. Это ираноязычный, родственный такой ираноязычный народ. Ну, весьма далеко его язык ушел от его персидской основы. Это на севере Афганистана таджики, вторая этническая группа, довольно многочисленная. Третья этническая группа, я по крупной группе называю, это узбеки. И четвертая – это так называемые хазарейцы. Хазарейцы – это потомки тех монгольских завоевателей. Они до сих пор сохранили свою монголоидную такую структуру лица.
И они, в отличие от другой части, основной части населения Афганистана, которые являются мусульманами-суннитами, хазарейцы-шииты. Их примерно 8 миллионов человек, от 6 до 8 миллионов человек. В свете? Нет, именно вот хазарейцы живут в Иране, Афганистане и в небольшом количестве на территории Пакистана. Но основная часть их живет в Афганистане. Это они ведут полукочевой образ жизни. Это крайне отсталое население, даже по афганским меркам. Но весьма воинственное. И их патроном и защитником является шиитский Иран, который всегда их поддерживал и защищал и от британцев, и от советской армии, когда она была в Афганистане. И сейчас он тоже их активно поддерживает. Но, хотя мы говорим «афганцы», но на самом деле даже внутри каждой этнической группы они в основном сохранили такое племенное строение. Те же пуштуны, они не являются однородными. Они делятся на племена и группы. И часть пуштунов вообще ведет кочевой образ жизни, кочуя из Афганистана на северо-запад Пакистана и обратно, не признавая никаких границ, они вообще не понимают, что это такое. И вот с таджиками несколько иначе, там более такое структурированное, и с узбеками общества. Тем не менее, там достаточно сильны так называемые племенные вожди. И вот обо что разбивались все завоеватели современные, от англичан до Советского Союза, а теперь уже и американцев. Но американцы, в общем-то, не ставили задачу себе завоевать Афганистан. Но, тем не менее, посадить там управляемое свое правительство. Это недоучет двух факторов, даже трех. Первое – вот этой вот племенной, родовой структуры пуштунов, в частности. Там не только пуштуны, это я назвал только крупные, там белуджи живут, несколько их. Ну, зрозуміло, у будь-якій такій державі, через які проходили фронти і цивілізації, завжди так є. Да, і поэтому там очень такой слоёный пирог, можно так назвать. Это вот такая вот структура. Второе – крайне низкий уровень образованности населения. Очень большой разрыв, например, в образовательном и ментальном смысле между крайне консервативным крестьянством, которое в основном это население Афганистана, и теми, кто живут в городах. Особенно в крупных, там Кабул, Кандагар, Мазари-Шариф, там, и другие. И вот мы видели уже по тому, что показывали и сообщали, и показывали по телевизору с американцами, вернее, с западными союзниками, которые воевали в Афганистане. Вот примерно 120-150 тысяч человек уехало из Афганистана. Это люди, которые так или иначе восприняли западный образ жизни, не только сотрудничали с американскими, британскими, там, канадскими миссиями, но и просто образованные люди, которые там кончали университеты, как местные, так и в других странах. И им вот эти все... То, что принесли с собой талибы, им это не подходит. И это в основном городское население. В основном городское население. Ну, можно сказать, на 99,5%. Власне, Юрій Борисович, ви назвали вже, ви сказали таке слово «таліби». Власне, я пропоную перейти до цього питання. І, власне, для наших глядачів, ну, для мене також, що таке рух «Талібан», як він взагалі виник? Слово «таліб» означає «ученик». «Таліби» – це ученики. Ну, иногда это переводят как студенты.
потому что это движение, которое возникло в начале 90-х годов прошлого века среди студентов медресе, такая религиозная школа, как учебное заведение школа, в основном в Пакистане. Как организации, структурирование и финансирование. Тобто це не суто афганський рух? Нет, это в основном было среди пуштунов, которые учились в религиозных учреждениях Пакистана. И их вот структурирование в организацию и финансирование ее – это детище пакистанских спецслужб. Надо иметь в виду, что в Пакистане спецслужбы обладают огромной автономией и часто действуют вопреки политике и действиям своего правительства. Тем более, что Пакистан – это страна очень частых государственных переворотов, смещения правительства и так далее. И в этих условиях вот пакистанские спецслужбы, а среди них есть одна такая объединенная ИСИ группа, спецслужба, вот они и создали это движение «Талибан» с двумя целями. Первое, как база противостояния с Индией, потому что Афганистан граничит с Пакистаном вблизи, относительной близи индийской границы, где есть штат Джамму и Кашмир. Это предмет, сперечается Индия, да, это предмет территориальных споров и часто причина войны между Индией и Пакистаном. Это первое. И второе – это как база для дальнейшего продвижения в направлении Центральной Азии. В том числе и в направлении Ирана, потому что отношения Пакистана и Ирана по разным причинам не всегда, будем говорить, дружественны. И при поддержке пакистанских спецслужб, которые финансировали, снабжали оружием, талибы в середине 90-х годов прошлого века захватили власть в Афганистане, и до 2001 года они управляли этой страной на основе законов шариата. Так, про це ми трохи пізніше поговоримо. Юрій Борисович, я уточнити хотів стосовно Талібану. От з вашої точки зору, це все-таки в першу чергу релігійний чи політичний рух, чи тут не можна розділяти ці поняття? Ні, це нерозділимо. Это вообще вот в этих мусульманских радикальных движениях идеологической основой является религия, исламский фундаментализм, который превращается в те или иные политические формы, организационные, политические и самые разные. Поэтому Талибан – это один из примеров симбиоза религиозного и политического, и даже, можно сказать, в определенном смысле государственного, государствообразующего движения. Поэтому вот это государство, которое было, которое мы упомянули в середине 90-х годов прошлого века, оно и было построено на вот этих основах. То есть государство на основе шариатских законов. А шариатские законы – это прямое прочтение тех заповедей, которые есть в мусульманском религиозном законодательстве. Вот этот вот ислам, он отличается, допустим, от других мировых религий, там, в частности, христианства, в любой его части, ветви, то, что его вот это вот догматизм, он практически чаще всего переносится на структуру власти и устройство государства. И такие попытки были и в средние века, и вот мы имеем попытки в Иране, такую попытку, ну а теперь в Афганистане.
Так, ну, власне, про Афганістан, і ви згадали ці дати 1996-2001 роки. От фактично рух «Талібан», як ви сказали, зародився на початку 90-х. Вже в 96-му таліби приходять до влади в Афганістані. Як можна охарактеризувати цю, так би мовити, п'ятирідку перебування талібів при владі, власне, до терактів 11 вересня у Сполучених Штатах? Внутри страны это жесткая власть на основе исламского фундаментализма с такими внешними формами, там запрещение женщинам выходить на улицы без сопровождения мужчин, одежда, запрет музыки, запрет живописи, запрещение девочкам учиться. Ну и так далее, и так далее. В общем, вот то, что так вот, как они, эти мулы, понимали вот эти вот шариатские законы. Но даже доходил там же и так называемый исламский банкинг. Ислам запрещает процентную, процент, получать процент по кредиту. И поэтому исламский банкинг, он такой, знаете, очень своеобразный. Я сейчас не буду вдаваться в эти подробности, но он... И вот это вот все было устроено тогда в Афганистане. Но самое главное, талибы разрешили террористическим организациям, начиная там от Аль-Каиды там, и других, их было достаточно много, ну, например, уйгурские сепаратисты. Это в Китае. Да, антикитайские. И не только антикитайские. Мы так говорим, что да, у них основной враг сейчас Китай, но уйгуры, которые живут и в государствах Центральной Азии, причем в разных странах их относительно разная численность, они вот все считают, что это должно быть единым государством под названием Восточный Туркестан. И еще там другие, там исламское государство. Можно долго это все перечислять. И все это на территории Афганистана. Они имели свои базы, лагеря подготовки. И совершенно не случайно, американцы же не просто так вторглись в Афганистан после там, терактов 2001 года. Власне, якщо ми говоримо про теракти, і я згадав, і ви згадали теракти 11 вересня 2001 року. Наймасштабніші на території США – це бажані близнюки, це менше пам'ятають Пентагон, також врізався літак, інші були спроби, але вони не вдались, тим не менше більш 3000 людей загинули. От яка роль у цих подіях, у цих трагічних подіях, що мали місце рівно 20 років тому, саме Талібану? Прямого участия Талибан в этом не принимал. Его роль заключалась в том, что он разрешил вот этим террористическим организациям находиться на своей территории, использовать эту территорию как плацдарм для подготовки, для финансирования и так далее, потому что, например, Аль-Каида, она следила за наркотрафиком. Афганистан – один из мировых производителей опиумного мака и героина. И это очень большие деньги. И вот этот наркотрафик приносил достаточно большой доход. Талибан сам по себе не поддерживает наркотики, выращивание их. Но он смотрел сквозь пальцы на то, что этим занимались другие. И поэтому вторжение американцев после терактов, о которых мы говорили, в Афганистан было связано не с... непосредственно с талибами. Они как попали как под раздачу. Задача была уничтожение лагерей и инфраструктуры Аль-Каиды и Исламского государства. И надо сказать, что эта ситуация была выполнена. Исламское государство, Аль-Каида из Афганистана вынуждены были перебраться в Ирак, там дальнейшие события. Но на территории Афганистана эти террористические организации свою деятельность практически прекратили.
А чи можна, до речі, сам Талібан, от з вашої точки зору, вважати терористичною організацією? У деяких державах він визнаний таким, інші держави навпаки під час, ну їх небагато було, але тим не менше, у 96-2001 році, наприклад, Саудівська Аравія визнавали цю владу. От чи є Талібан, студентство, як ви сказали у перекладі, чи є він класичною терористичною організацією? Ні, вони... Их задача не состоит в терроре, вот у Аль-Каида это основа. Все... Так и перекладывается Аль-Каида, до речи. Да. Это вот, это, они созданы для проведения террористических действий в любом виде. У Талибана такой задачи нет. У них задача состоит в том, чтобы вот Афганистан превратить в исламское государство. И, не террористическую организацию, а самую исламскую державу, да, как и, именно, державу. Да, поэтому у них структур внутри Талибана, таких террористических структур, это неоднородная организация, кстати говоря, мы сейчас так говорим, Талибан, на самом деле он распадается на несколько крыльев. Но внутри этих крыльев нет таких террористических организаций мирового уровня, типа Аль-Каиды. Но... Они больше потворствовали террористической деятельности, и они занимались не той деятельностью типа террора, а вот распространением исламского фундаментализма в виде там, проповедников, образования. Там. И вот они пытались вот эту вот форму исламского фундаментализма распространить, по крайней мере, пытались на сопредельные государства с тем или иным успехом или неуспехом. Поэтому в этом смысле их можно было как-то считать террористическими, потому что они вот потворствовали террористам. Но, как вы правильно заметили, так считали далеко не все, потому что непосредственно Талибан своих головорезов в другие страны не направлял. Но внутри страны они часто действовали как самые настоящие террористы по отношению к тем всем недовольным, которых было достаточно много. Так, ну, власне, у 2001 році на території Афганістану були введені війська Сполучених Штатів, інших держав в коаліції під проводом, можна сказати, Сполучених Штатів. 2021-го – вихід американських військ і інших військ. Інші війська деякі раніше пішли, деякі пізніше, але тим не менш. От ці 20 років, як їх можна охарактеризувати? Це... неудачная попытка превратить Афганистан в современное, ну, если не демократическое, то протодемократическое государство, которое не будет ну, прибежищем террористов. На это потратили огромные деньги, потратили огромные усилия, но ничего из этого не вышло. И мы сейчас не будем вдаваться в причины, почему это не вышло. Ну, в принципе, на початку нашей программы так мы трохи причины означили, в том числе повязанные с историей державы. Ну, тут очень много, многого. Западному человеку очень трудно понять Афганистан как таковой, потому что уж слишком отличается ментальность этих людей, которые живут на этой территории, причем независимо от национальности или этнического происхождения, от тех представлений западных стран, которые пытались навязать их, начиная от англичан, потом Советский Союз, а потом американцы. И поэтому вот так вот они... пытались что-то сделать, они создавали эту афганскую армию, они выращивали афганских офицеров, которые, кстати, в большинстве своем уехали в Соединенные Штаты. Все те афганские, практически все афганские офицеры, которых подготовили американцы в своих или там, в западных учебных заведениях, ну, некоторые перешли на сторону талибов, некоторые просто, как говорится, сняли форму.
Так, і тим не менше, Юрій Борисович, на жаль, 4 хвилини лишається. Тим не менше, от ми знаємо, 15 серпня Талібан входить в Кабул, в столицю Афганістану, фактично бере владу на більшій частині, в більшій частині країни, в більшій частині Афганістану. От Талібан з зразка 2001 і з зразка 2021 року – це різні організації? Они говорят, что разные, но пока удостовериться в этом нет реальной возможности. Мы можем понимать, что нет уверенности, что Талибан не разрешит или не захочет препятствовать действиям террористических организаций, не начнется экспансия в Центральную Азию, в мягкое подбрюшье России. И это очень беспокоит Москву, соответственно, и Пекин. Попытки заигрывания с Талибаном пока существенного ничего не принесли. Да, китайцы пытались с ними договориться, вроде бы о чем-то договорились, но нет уверенности, что это надолго или, по крайней мере, на какой-то достаточно продолжительный период времени. Россия ушел, вот это вошла эйфория, ушли американцы, получили по зубам, и мы вот теперь там, а оказывается, что их там, в общем-то, и никто не ждет. И поэтому в Москве поумерили пыл и стали серьезно заниматься укреплением своих союзников в Центральной Азии, это в первую очередь Таджикистан, потому что таджики в Афганистане очень не прочь снести этот коррумпированный режим, который поддерживает Россия в Душанбе, в нынешнем Таджикистане. С Узбекистаном там более сложная ситуация. И вот это очень беспокоит Россию. Она туда направляет дополнительные воинские контингенты, расширяет базы, проявляет заинтересованность Турция. Там уже она появилась в Таджикистане, что Москву просто повергло в шок. И вот тут закручивается очень серьезный геополитический узел, результат которого будет изменение геополитической конфигурации не только вот в районе Большого Ближнего Востока, но в том или иной мере это может коснуться и нашей страны. Каким чином? Если Россия надолго увязнет в Центральной Азии, то это в той или иной степени облегчит нашу ситуацию, например, на Донбассе. Юрію Борисовичу, от вже на сам кінець передачі хочу вас запитати, а чи взагалі, от, чи визнають, з вашої точки зору, Талібан у світі, це європейські держави, можливо, навіть США? Якщо реально будуть виконані ті обіцянки, які давало політичне крило Талібана во время візиту в Москву там, і в інші столиці, то це, в принципі, може бути. Но насколько возможно выполнение этих политических обещаний? Потому что военное крыло и другие крылья Талибана не очень расположены это выполнять. Пока мы видим, что несмотря на обещания политиков, которые там давались, в стране идет усиление исламистского такого фундаментализма. Уже опять девочкам вроде бы разрешили учиться в школе до 5 класса. Но уже занятием спортом женщинам нельзя. По телевизору нельзя. Ну, подивимось, як воно да. буде. На жаль, у нас часу вже немає. Юрій Борисович, я дякую вам за цей аналіз. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був політичний оглядач Юрій Райхель. На все добре.